Добрый день, мои подписчики. Сегодня выехал на рыбалочку. Вот. Сегодня было у нас вообще капец. Еле доехал. Могу показать. Отвалилось на кравчучке колесо. Тянул все на горбу лодку. Вот. Вот так вот на природке. Долез я все-таки. Уже кидаю. Ни плеска, ни гона, ничего нету. Все тишина. Уже проплыл много-много метров. И толку никакого. Ни малек гуляет там где-то. Вот. Какие только воблеры кидал. И волкеры, и воблеры, и жабы. Забенцы. Ну, ребят, ну вообще железо еще доставать не хочу, потому что смысла нету никакого. Вот. Ну, телега, как можно было бы сказать, что если сломалось в дороге что-то, надо было домой возвращаться. Ну, как я встал в час ночи, пока дошел, пока этот пешочком. Это все было. Это капец. Говорится, если не дано было сегодня ехать, так надо было возвращаться. Короче, неудачная рыбалка, ребят. Сейчас буду собирать лодочку. Попозже. Я еще пересниму. Вот, ребят, я вылез сегодня. То есть уже собрался домой. Клёва нету, вон человек плавает там, тоже клёва нету, ничего, сейчас надо будет телегу ремонтировать. Вот, кстати, кто не подписанный на мой канал, подписывайтесь, хоть в этом повезет. Вот у нас природка обалденная, обалденная природочка такая, супер. Вот, ну, ребят, как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Всем удачи!